Эта чашка с надписью «Канада» напоминает мне об осени, потому что на ней изображен большой кленовый лист. Вам нравится осень? Вы гуляли в лесу? Я люблю это время года. Роберт Фрост — в своем известном стихе «Другая дорога» начинаются следующих слов: «В осеннем лесу на развилке дорог стоял я, задумавшись у поворота. Пути было два, и мир был широк. Однако я раздвоиться не мог, и надо было решиться на что-то». Его стих заканчивается следующими словами: «Ведь был и другой передо мною путь, но я решил направо свернуть, и это решило». Все остальное. Какую дорогу он выбрал? У нас удивительная привилегия принимать решения в жизни. Как большие, так и маленькие. Будем ли мы есть на завтрак овсянку или яйца? Будем ли мы играть в футбол или хоккей? Останемся ли мы в этой местности или переедем в другую? Будем ли мы изучать эту профессию или другую? Будем ли мы учиться в университете Саймона? Фрейзера или в университете Британской Колумбии. Каждый день мы сталкиваемся с различными решениями, но одно решение критически важно. Оставаться в нерешительности ⁇ это тоже выбор. Мы должны выбрать тот или иной путь. В конце нагорной проповеди мы видим два пути в лесу жизни, если так можно сказать. На поверхности они похожи, но один путь ведет к гибели. В лесу есть два пути. У одного узкие ворота, у другого широкие. В лесу два дерева. Одно приносит хорошие плоды, второе плохое. Есть два дома в лесу. У одного крепкое основание, а другой построен на песке. Оба пути кажутся хорошими, но один из них опасен. И это не путь через ядовитый плющ, который оставляет след. Это путь через ядовитых змей. Как говорит Тим Келлер, это путь уничтожает путников, отравляет прохожих и угнетает своих жителей. Иисус противопоставляет их в Нагорной проповеди. И контраст не такой, как мы видим, он не противопоставляет тех, кто молится, тем, кто не молится. Он говорит, вот люди, которые молятся. Но я говорю, молитесь так, вот люди, которые дают бедным. Но я говорю, давайте так. Вот люди, которые повинуются десяти заповедям. Но я говорю, повинуйтесь так. Обе группы молятся, дают бедным и исполняют заповеди. Но один путь отравляет. Такой путь настолько опасен, что может убить нас. И сегодня мы получим ответ, который должен услышать каждый человек на земле. Давайте посмотрим на контекст этого фрагмента. Иисус начинает Нагорную проповедь с блаженств, характеристик, которые должны быть у Его последователей. Блаженны нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Люди, несущие эти характеристики Иисуса внутри, являются солью и светом в мире. Они являются сохраняющей приправой, направляющей к Иисусу и его прекрасному пути. Они сияют, как свет в мире. Когда Иисус учит в синагогах, и провозглашает Царство Небесное, вокруг него начинает собираться новая община. Иисус учит с новой властью. Толпы следуют за ним. Религиозные лидеры считают авторитетом лишь еврейское писание или Ветхий Завет. Каков взгляд Иисуса? на их Библию. Есть ли разница между ними и Иисусом? В 5 главе 17 стихе мы видим начало нового эпизода. И она раскрывается с 17 стиха 5 главы до 12 стиха 7 главы. В этом фрагменте Иисус показывает связь своего учения с еврейским писанием. Итак, 5 глава 17 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Иисус пришел в этот мир с миссией. Закон ⁇ это первые пять книг Ветхого Завета, а пророки ⁇ это остальной Ветхий Завет, к которому относятся и псалмы. Иисус называет псалом мопевца пророком в Матвея 13.35. Иными словами, миссия Иисуса не состояла в том, чтобы уничтожить или аннулировать еврейские писания. Иисус пришел исполнить еврейские писания. Контраст виден не между отменой и соблюдением, а между отменой и исполнением их. Вы спросите, что значит исполнить? Мы видим, как часто Матвей поднимает эту тему. Вот пять примеров. 1.22. И все сие произошло. «Да сбудется реченное Господом через пророка». 2.15. «Да сбудется реченное Господом через пророка». 2.17. «Тогда сбылось реченное через пророка Еремию». 2.23. «Да сбудется реченное через пророков». 4.14. «Да сбудется реченное через пророка Исаю. Вы уловили суть? Матфей повторяет то же самое как минимум пять раз. Иисус исполняет нечто в Матфея 11:13, где мы читаем, «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Иоанна Крестителя. А теперь пришел кто-то новый, Иисус. Читая Матвея, мы видим, что события в жизни Иисуса связаны с пророческими событиями в истории Израиля. Например, выход народа Израиля из Египта был предтечей того времени, когда Бог вызвал Иисуса из Египта в качестве Сына Божьего. Проход через Красное море был предтечей крещения Иисуса. Блуждание по пустыне были предтечей искушения Иисуса. Явление закона на горе Синай было предтечей нагорной проповеди. Все эти события указывают на него, Иисуса. Иисус также исполнил ветхозаветный закон своими учениями. На иврите закон звучит как Тора. Тора – это раскрытые указания. Раскрытые указания еврейских писаний указывают на что-то, находящееся за ними. Иными словами, законы кошера. Праздники и субботу указывают на нечто более глубокое. Колоссянам 2.16 и 2.17. И так никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или субботу, это и есть тень будущего, а тело во Христе. Иисус раскрывает всю полноту значения, которое должно было содержаться в еврейском писании. Вот почему мы видим шесть антитезисов в пятой главе с 21 по 48 стих. В 5.21 мы читаем «Вы слышали, что сказано древним». А я говорю вам, в 27 стихе 5 главы, вы слышали, что сказано древним. А я говорю вам, в 31 стихе сказано также. А я говорю вам, в 33 стихе еще слышали вы, что сказано. А я говорю вам, мы видим тот же контраст в 38 и 43 стихе. Появление не убей говорит о том, чтобы последователи Иисуса преображались в Его подобие так, и чтобы они даже любили своих врагов. Повеление «Не пролюбодействуй» указывает на то, чтобы последователи Иисуса преображались в Его подобие так, чтобы они по-другому смотрели на других людей. Ни один религиозный лидер никогда не говорил подобного. Ни Мухаммед, ни Будда, ни Конфуций. Радостная весть Иисуса. О Царстве Небесном не аннулирует еврейские писания, но открывает, на кого указывали еврейские писания, на Иисуса. В нагорной проповеди Иисус не дает новый закон, он верно истолковывает закон. Все в еврейских писаниях указывает на Иисуса, жизнь и служение, учение Иисуса проясняет Божьи намерения и смысл Ветхого Завета. История Израиля, притчи, псалмы, пророческие труды, все это исполняется в Иисусе. Слова Иисуса в 18 стихе доносят суть 17 стиха. 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Когда Иисус говорит «Истинно говорю вам», то подчеркивает значимость этих слов. Йота — это буква греческого алфавита, которая представляла самую малую из букв в еврейском алфавите. Черта — это черточка или часть буквы, которая использовалась в дифференциации букв. О чем говорит Иисус? Он говорит о том, что обладает самым полноценным взглядом на еврейское писание. Он подтверждает их авторитет двумя способами. Во-первых, еврейские писания будут существовать, пока будет небо и земля. Иными словами, это можно выразить как до конца веков или пока будет существовать мир. Второе. Еврейские писания будут существовать, пока не исполнится все. Исполнится, значит случится или произойдет. Весь Ветхий Завет указывает на Иисуса. Он будет существовать, пока Иисус не исполнит все через свою жизнь. Смерть, воскресение и возвращение. Иисус полностью исполнит все еврейские писания. С приходом Иисуса настало правление Царства. И однажды Он полностью исполнит все. Итак, еврейские писания сохраняют свой авторитет, но теперь их нужно истолковать в контексте жизни, учений и миссии Иисуса. По правде говоря, сегодня мы читаем еврейские писания, Ветхий Завет, благодаря Иисусу. Если бы не Иисус... Мы, не иудеи, не считали бы Ветхий Завет такой ценностью. Он обладает для нас таким значением, потому что указывает на Иисуса и исполняется в нем. Так чем же отличается его путь? Иисус продолжил в 19 стихе. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. И снова мы должны помнить о контексте слов Иисуса. В толпе были книжники и фарисеи. Иисус упоминает о них в 20 стихе. Книжники были профессиональными учителями и исследователями закона. Сегодня бы мы назвали их профессорами и исследователями библейского богословия. Они хотели прояснить значение закона и показать людям, как применять его в жизни. Многие книжки также были фарисеями. Фарисеи — это движение в уидеизме, которое старалось точно исполнять закон. Они делали особое ударение на дестину, ритуальную чистоту и субботу. Они почитали, что в законе есть 248 заповедей и 365 запретов. Они старались соблюдать их все, их строгое повиновение заповедям Ветхого Завета были легендарными. Для многих они были определением святой жизни, Почему же Иисус говорит о том, что они нарушали заповеди? Книжники и фарисеи пытались сделать заповеди более легкими и достижимыми. Во-первых, они сократили применение заповедей. Например, они сократили библейскую заповедь «Не убей» к физическому акту убийства. Они сократили заповедь «Не прелюбодействуй» к физическому акту. Иисус расширил их и внес к ним злые мысли, обидные слова и похотливые взгляды. Они сократили заповедь о любви к ближнему, ограничив его определенными людьми. Только определенные люди одной расы и религии могли получить ее. Иисус же сказал, что нужно любить всех людей без ограничений. Второе, они расширили Разрешение закона. Например, они расширили разрешение на развод. Кроме акта сексуальной аморальности, они добавили к нему решение мужа. Для Иисуса все еврейское писание было проявлением Божьей воли, но ему нужно было учить согласно задуманному смыслу. Мы должны понимать следующее. Есть путь, который делает праведность достижимой. И реальные для человека. Что это за путь? Иисус говорит в 20 стихе, Ибо говорю вам, если праведность ваша превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Слово превзойдет означает обойти и превысить. Мы можем представить себе речку, выходящую из берегов. Иисус говорит своим ученикам, если ваша праведность не превзойдет того, что вы видите у книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Риные и скрупулезные фарисеи недостаточно хороши. Как я говорил, на своем крещении я пришел, чтобы исполнить всякую праведность. Я прямо слышу, как ученики сказали, о чем ты говоришь, Иисус? Как получить такую праведность? Ты хочешь, чтобы мы обошли книжников и фарисеев в их собственной игре по соблюдению закона? Как кто-то может превзойти их праведность? Если фарисеи не войдут в Царство Небесное, хотя они скрупулезно и соблюдают 613 правил, то какая надежда есть для других? Разве это учение не противоречит первому блаженству? Когда ты сказал, что Царство Небесное принадлежит нищим духам, людям, которые признают свою духовную нищету? Иисус сказал, нет. Книжники и фарисеи Упустили всю суть Писания. Я говорю о новой концепции праведности. О ней говорил пророк Еремия. Он сказал духом моим слова, записанные в Еремии 31, 33 и 31, 34. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, «После тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом и уже не будут учить друг друга, брат-брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более. Я прямо слышу, как ученики спросили, как Бог напишет свои пути на наших сердцах. Иисус. Тогда Иисус сказал им, послушайте, что мой дух сказал через пророка Иезекииля, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Иезекииля 36. Мы видим здесь ключ. Праведность Царства Иисуса работает изнутри наружу, а не наоборот. Она начинается не с наших попыток жить праведно, но с того, когда Иисус начинает Нагорную проповедь. Она начинается с нищих духом, скорбящих и исповедующих свою греховность, жаждущих праведности и смиренно отдающих свою волю Иисусу. Мы приглашаем Иисуса войти в наши сердца с Его праведностью, а не пытаемся войти в Царство Небесное со своей праведностью. Когда мы отдаем свои сердца Иисусу, к нам приходит новая жизнь. Мы оживаем в Иисусе. Дух Божий входит в наши жизни, и прекрасный путь Иисуса начинается с духовного преображения наших сердец, с нашей сущности. Сила Божьего Духа в нас оживляет нас. Мы перерождаемся духовно с Духом Божьим внутри нас, мы входим в динамическую духовную реальность. У нас все новое. Мы получаем новую мотивацию, на которую нас вдохновляет Дух. Наши умы обновляются. Мы начинаем думать, как Иисус. Мы начинаем ценить то, что ценит Иисус. Мы хотим вести себя, как Иисус. Наши измененные сердца придают нам новую мотивацию, чтобы быть похожими на на Иисуса в наших отношениях с другими. Иисус управляет нашими сердцами. Вы видите разницу. На поверхности путь книжников, фарисеев и путь учеников Иисуса может казаться одинаковым. Они все поют, молятся, дают, ходят на служение, поклонение и все пытаются соблюдать 10 заповедей. Эти два пути кажутся похожими, но они являются диметрально противоположными. Поймите это. Есть ревность, которую производит человеческое сердце. Она приводит к внешней, самопроизвольной самоправедности. Ее мотивирует страх. Если я не сделаю этого, Бог разберется со мной. И это приводит к гордыне. Я лучше других. Потому что делаю это, мы начинаем фокусироваться на своей праведности, а не на благосостоянии других. В итоге это приводит к легализму и оковам, потому что мы никогда не можем соответствовать. Суть в том, чтобы найти рычаг воздействия на Бога. Но есть... Страсть, которая возникает благодаря Духу Божьему, она приводит к переменам в сердце и повиновение в радости. Культура небес исходит изнутри. Она не насаживается снаружи. Это праведность сердца, которая вдохновляется любовью к Иисусу и приводит к повиновению в смирении. Она служит другим. Это жизнь, это путь помогает нам понять заключительные слова Иисуса в этой части проповеди, когда Он говорит в 7 главе, 12 стихе. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Слово в этом можно перевести, как это исполняется. Золотое правило любви исполняется или подводит итог еврейским писанием. Путь Иисуса, который наполняет наши сердца страстью и радостью, проявляется в ответе Иисуса к книжнику в Матфея 22. Он задал ему вопрос, чтобы испытать его, учитель. Какая наибольшая заповедь в Законе? Иисус сказал ему: возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Любовь к Богу и ближнему подводит итог еврейским писаниям. Прекрасный путь Иисуса показывает нам, как любить Отца и ближнего, как никто другой. И Он не только показывает нам путь, но входит в наши сердца, чтобы мы следовали Его путем. Таков путь Иисус. Другой путь никогда не указывает на Иисуса. Это путь религии, который ведет к смерти. Путь Иисуса превосходит учение любой религии. Либеральная религия фокусируется на Боге любви. Она говорит нам, что мы хороши, что нас принимают такими, как есть. Она попускает. Консервативная религия фокусируется на правилах и практиках. Она напоминает нам о том, что мы должны улучшиться, чтобы соответствовать. Обе формы религии являются мертвыми в самом основании. Они полагаются на нас самих. Путь Иисуса кардинально отличается от любого религиозного пути. Он не связан с тем, что мы стали праведнее чтобы попасть на небо, или нашли легкий путь на небо. Иисус хочет дать нам новую жизнь. Вот почему Иисус говорит категорически в Матфея 23, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры» что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Читая Евангелие от Матвея, мы видим толпы грешников, матерей, прелюбодеек, которые любили Иисуса. Они знали, что духовно были пусты, а вот религиозные лидеры были настроены враждебно к Иисусу. Вновь и вновь. Почему? Потому что Иисус был враждебно настроен в отношении религии. Он сказал им, что их религиозного рвения недостаточно. Он сказал, что их сердца жестокие, гордые и нечистые. Бывает ли так, что мы, как последователи Иисуса, иногда впадаем в религию? Мне легче будет говорить от второго лица. Вы ведь поступаете так, не так ли? И вы делаете это, не так ли? Вам нужно измениться. Позвольте мне примерить это послание к себе. Если я религиозный пастор, то мне бы хотелось, чтобы вы думали, что у меня все схвачено, и что вы никогда не дотянетесь до уровня моей праведности. Если же я следую по пути Иисуса, то смирюсь перед Богом и вами и признаю, что без Иисуса я духовный банкрот. Если я религиозный пастор, то хочу, чтобы вы думали, что я являюсь чудесным толкователем пятой главы Матфея, и вы не сможете истолковать Писание так, как я если же я следую пути иисуса то хочу чтобы вы любили иисуса и жаждали его слова если я религиозный пастор то буду собирать вокруг лишь тех кто согласен со мной и буду реагировать во гневе когда люди будут ставить под сомнение мои решения если же я следую пути Иисуса, я буду нежен и буду любить всех, даже тех, кто относится ко мне несправедливо. Если я религиозный пастырь, то буду стараться достать щепку из вашего глаза, не замечая бревен в своем глазу. Я буду осуждать вас. Я буду сосредоточен на моей праведности. Если же я следую пути Иисуса, то буду считать свои грехи бревнами, а ваши грехи щепками. Как вы применяете слова Иисуса к своей жизни? Прекрасный путь Иисуса отличается. Так какой путь выбираете вы?